Драка, ты кому сегодня спать не давал? Что? Доброе утро. Я типа не сплю, да, я не сплю. Доброе утро. Да. Ну как ты? Что тебе снилось? Вот. Смотри, какой я хороший. Такое тебе снилось? Какой я хороший. Спишь? Как оно? Спится? Чувствуешь недоброе? Чувствуешь недоброе? Потому что я там с тебя пришла. Чувствуешь недоброе, а? Ты терпеть теперь будешь, да? Притворяться опоссумом и лежать тут, как будто ты мертвенький, да? Чует кошка, чье мясо съела? Чует кошка, чье мясо съела? А? С 2 часов ночи, с 2 часов ночи кому-то не спалось. С 2 часов ночи. Зато теперь спится. С 2 часов ночи не спалось кому-то. Да, а я тебя тоже, я же тебя люблю так же, как ты меня в 2 часа ночи. Я тебя тоже так сильно люблю. Ты же мой зайка. Ты же моя лапочка. Ты мой самый-самый лучший. Ты понимаешь, вот любовь, она вот такая вот бывает тоже, да? Она можно как-то аккуратнее любить, можно? Работает, да, в 2 стороны. Можно аккуратнее любить, особенно когда хочется спать. Ну ты же мой любимый. Ты же мой самый сладкий. Я тебя так сильно. Я вот очень люблю. Такой обреченный вид у него. Это что-то. Он даже сильно не морзится. Ты знаешь за что, да? Ты знаешь за что? Ты знаешь за что, зараза такая? Почему мы сегодня ходим оба сонные с Машей, а? А он тоже сонный. Не засыпаем. Ты не понял смысла там происходящего, принцип-то. Не в этом состоит. Суть в том, чтобы не дать коту поспать. Мы тебя будем любить. Будить. Назидать любовь. Ты самый лучший. Ворчун. Что-то мы когда ночью ворчали на тебя, ты не очень. Взгляд абсолютно стеклянный. Тебе стыдно? Извините, что это тебе стыдно. Не стыдно. Такие плюшевые лапы. Моя лапа больше, чем твоя ладонь. Ну, не сказать. Одинаковые близнецы. Дай 5. Тыщ. Не замучили котика. Не заводится. Мэй. Может, толкача? Давай еще разочек. Еще разочек. Не заводится. Давай сейчас заведемся. Да ладно, ты лежи, спи, чего ты? Разворчались тут. Да нет, мы тебя любим, зайка. Мы тебя очень любим. Очень любим. Так же, как ты нас. По утрам. Да. Мышечка хорошая. Не уходит. Хороший котик, мышечка. Ну ладно, поспи немножко, но попозже еще придем. Когда ты уснешь, мы придем. Ну засыпай, ложись засыпать.
Нет, ты спи, 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 спи. Спи, мой хороший. Спи, мой сладкий. Спи, зайка. Спи, сладенький. Спи, зайка. Спи, мой хороший. А мы тебя продолжим любить. А чего ты мордишься? Спи, 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 спи. А чего ты мордишься? Я прям злонамерен сегодня. И планирую довести это до логического завершения. Да ты спи, 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 спи. Спи, зайка, спи, сладкий. Мурзится он. Такой хороший. Такой сладенький. Такой кайфовенький. Такой шелковенький весь. Ты спи, ты спи, что ли? Спи, 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 спи. А я тебя любить буду, да. А ты спи, 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 спи. Такой хороший. Такой вообще обалденный. Такой прям, ух ты, какой котик, прям любимый, прелюбимый, 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 очень, 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 очень такой, вот такой, да. Вот тебе вообще никто не спится. Держит. Вот хочешь, уходи. Вот, Масян, не спится, правда, да? Не получается спать в таких условиях. Вообще не получается. И вот ничего не скажешь, да? Вот ничего не скажешь. Потому что ничего плохого не делают. Просто не дают спать. И любят. И ласкают. Но вот не спится. Правда? Пошел осмысливать? Перелег подальше. Ох ты, котей.